Привет всем! С вами Лига Music Wars. Сегодня у нас открытие подарочков. В общем, я слил примерно около 25 тысяч звезд. Ребят, слил 180 рубинов, чтобы мне сотенку подобрать. Ну и давайте с мелких. Будем открываться и сразу посмотрим. В общем, очень хочу мустанг. Прям очень хочу. Ну, тут как понятно. Ну, в особых... 108-240, ну, 3 ринга, уже что-то. Ну и давайте пошли по этим. По 10 я не открываю. В общем, ситуация такая, что я не любитель таких больших вещей и прям знаю, что они плохо, поэтому мне легче закрывать и открывать заново. Ну и вот, короче. Итого с 5 подарков, в общем, выпадает мустанг 10. Блин, вообще все! Все, ну че, все? Все, видос можно заканчивать. Ну, что дальше? Там еще подарков тьма. Ну, сейчас что с них дроп смотреть вообще. В общем, с 5 подарков выпал все мустанг. Можно сказать, все закончено. Дальше даже смотреть не надо. В общем, спасибо разработчики, конечно, за мустанг. Все вообще просто суперски. В общем, на максимум я его прокачал. Зачем я только слил 30 тысяч? 30 тысяч звезд я слил в последний день, чтобы... Все, короче, это вообще, это нонсенс. В общем, больше ничего такого, в общем, ну, ничего говорить не буду. Прям остались только одни слова. Вот, ну, другого вот ничего не осталось. Ладно, наверное, я ускорю, потому что в дропе, конечно, там все стандартно, ничего сложного, как бы, и такого нету. Вот осталось у нас парочка подарочков. Все, последние. Я уже быстро научился, короче, их открывать. В общем, хорошо. Ну, видели, да? Самое классное, это там 1400 звезд. В общем, и те, кто смотрел. Ну, для тех, кто не смотрел, в общем, 5000 звезд, ребята, вытащено. Это очень хорошо. В общем, мустанга вытащили на 10 уровень, причем с 5 подарков. Я как дурак, блин, накупил сотню. Ну, надо было покупать частями, хотя фиг его знал, вот, ну как вот она пойдет. В общем, рингов там, ну, мало выпало, у меня 64 было, стало 79.
Здесь генетики нападало 10 тысяч всего. Ну, это из таких, чтобы вы знали. И здесь нападало, ребят, 5 тысяч. То есть, ну, совсем, короче, ничего не нападало. Ну, там и подарки не были прям такие уж сильно навороченные. Ну, а так сказать, ребят, спасибо большое. Конечно, дроп был просто шедевральненький. Ну, классно, конечно. Спасибо большое разработчикам за Мустанга.